В выходные волны протестов прокатились по многим городам России, полностью в соответствии сценарию, как и у нас было. Вы не раз предостерегали лидеров стран СНГ и союзного государства о таком развитии событий. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот лидеры этих стран, они так уверены в своей безопасности, или же вот это экстремистское вторжение невозможно предотвратить? Вы знаете, после Белоруссии уже расхлябано к этим вопросам в постсоветских республиках, да и в других, не относится. Почему? Особенность вторжения, как вы сказали, очень точно сказано, особенность вторжения в Беларусь была связана с тем, что удар было принято нанести по сильному государству, монолитному государству. Это была проверка. Если в Беларуси пройдет, значит, пройдет и у других. Блицкриг не удался. Вот они хотели в Беларуси его осуществить, чтобы получить этот трамплин для наступления перманентного, или пошли бы, как в 1941 году, против России. Ну, как получится. Если не затормозить их здесь, они бы ринулись и туда. Конечно, уже современным образом, через эти соцсети. Это первый звонок. И бьют так же, как у нас, по основным фигурам, по вертикали власти, которую Россия выстроила, в принципе, такую же, как и в Беларуси. Это начало. Будут потихоньку качать. И в зависимости от того, какая массовость будет этих процессов, в зависимости от этого интенсивность их будет. Но я вижу, что в сентябре или когда там думские выборы, вот к этому будут готовить общество. Кто-то помнит вот эту стрельбу по Белому дому в России, и кому-то не имется, кто-то думает, что это повторится. Никогда это не повторится. Я знаю руководителей России, никогда. Они сумеют этому противостоять. Что касается других руководителей СНГ, никто не расслабляется, я в этом убежден. Мы часто обсуждали и обсуждаем эти вопросы. Тем более мы понимаем, что советские республики бывшие находятся в зоне влияния многих крупных игроков. Мы находимся в зоне интересов Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Не только отдельных стран, но и Евросоюза в целом. Как я до выборов говорил, мы просто на разрыв, нас разрывают сегодня. И не дай бог нам оказаться ареной какой-то войны, где будут решаться, как я говорил, вопросы не наши. На нашей территории за счет нас будут решать вопросы свои другие игроки. Вот этого допустить нельзя. Точно так понимает это Россия, понимают постсоветские республики, и никто не расслабляется.